Форум «Армия-2020» состоялся в новом расширенном 7-дневном формате. Выставка стала первым мероприятием после затяжных коронавирусных ограничений. Впервые форум был дополнен видеопрезентацией новинок ОПК «Армия онлайн». Это уникальное для оборонного рынка событие, где представленную продукцию оценивают признанные отраслевые эксперты и заказчики. Экспоненты выставки 2020 года сохранили тренд на презентацию уже состоявшихся образцов вооружений и военной техники. Вместо прожектерства гости мероприятия увидели образцы продукции, разработанные по согласованным техническим заданиям заказчика, чаще всего созданные в инициативном порядке за счет собственных средств предприятий. Со стороны самого военного заказчика также виден запрос на серийные поставки техники. Особенно отрадно отметить серийность в постройке кораблей для военно-морского флота России. В ходе форума были подписаны контракты на строительство корветов проектов 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, тральщиков проекта 12700, а также подводных лодок 636 и 677 проектов. Состоялись заказы на разработку образцов техники, потребность в которых назрела еще несколько лет назад. Пример – подписанный контракт на создание перспективного палубного вертолета «Минога». А редакционный совет «Милпресс» пристально просеял новинки выставки и выбрал из них самые интересные. Смотрим! На земле новинка форума стал лазерный комплекс подавления БПЛА «Рать». Анализ «Милпресс» показывает, что сегодня в России создание подобных комплексов возможно без использования импортных комплектующих в излучателе лазера. Также предприятия промышленности представили управляемые реактивные снаряды, перспективную грузоподъемную технику и глубокую модернизацию уже стоящих на вооружении образцов. Компания «Росэлектроника» впервые представила мобильный многофункциональный комплекс «Рать» на форуме «Армия-2020». Комплекс базируется на базе бронированного автомобиля СБА 70К2, который собран на несущем кузове, в который установлены узлы и агрегаты КАМАЗовские. Корпус оснащен противопульной стойкостью любыми снарядами калибра 7,62, пуля 7Н13 и Б32, а также имеет противоминную стойкость до 4 кг в тротиловом эквиваленте. В комплексе также входит система РЛС по обнаружению беспилотников, а также оптико-электронную систему. Также в комплекс входит система направленного СВЧ-излучения с радиусом действия до 2,5 км. Следующий заслон – это купольная система подавления телекоммуникационных сигналов на расстоянии до 1,5 км. И если все-таки беспилотники проникли в этот заслон, то он физически уничтожается лазерным комплексом радиусом действия до 1 километра. Все системы у нас управляются с одного места оператора, интегрируются в одну операционную оболочку. Система распознает беспилотник свой, чужой, определяет расстояние до него, на каком он там высоте, тип беспилотника. Потом система предлагает оператору различные варианты либо его СВЧ направленным действием, либо это купленное воздействие на канал управления. А также предлагает воздействовать лазерным лучом, если радиус поражения до 1 километра. Сплав представляет традиционную номенклатуру реактивных снарядов. Ну, один из новых снарядов, который мы представляем, это в данном случае реактивный снаряд для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Представляет из себя глубокую модернизацию комплекса «Смерч», который хорошо себя зарекомендовал как в вооруженных силах, так и у наших зарубежных заказчиков. Принципиальное отличие данного реактивного снаряда, что это он первый в линейке управляемых снарядов. До этого все реактивные системы залпового огня, элементы управления у них отсутствовали. При этом существенно увеличена дальность его действия с 90, будем говорить, до 120 километров. Ну, естественно, существенно повышена точность наведения данного снаряда на цель. Кроме того, система позволяет в режиме одиночного огня разводить управляемые снаряды по различным удаленным друг от друга точкам. Потенциал, безусловно, есть. Значит, эти системы, их назвать, наверное, старыми было бы неправильно.
Значит, они в настоящее время пользуются как в наших вооруженных силах, так и за рубежом. Очень большой популярностью. У них есть своя ниша по стоимости, эффективность. Данные системы имеют очень хороший показатель достижений науки и техники. Они активно внедряются и используются уже при модернизации как бы, реактивных систем залпового огня. Это такие, как автоматизация, элементы уже внедряются роботизации, ну и многое-многое другое. Акционерное общество «Ремдизель» в течение 5 лет занимается капитальным ремонтом и модернизацией машины МТЛБ. На выставке «Армия-2020» представлен новый экземпляр глубоко модернизированной машины МТЛБ, изделие номер 7. Что все включает в модернизацию? Прежде всего, установка нового двигателя КАМАЗ-740-51 мощностью 330 лошадиных сил, что значительно повышает подвижность, маневренность машины, снижает общую массу машины. Планируется установка новых гусениц с закрытым шарниром, изменена электрика машины. Все это дает возможность снизить общую массу до 700-800 кг, чтобы использовать эту массу для дополнительной брони. На форуме «Армия-2020» научно-производственное предприятие МПП «Александр» представило тепловизор высокого разрешения с функцией цветного видео. Данная функция позволяет наводчикам с большей вероятностью определить цели для поражения. Данный тепловизор обладает высоким разрешением и работает на большой дальности. В ходе полигонных испытаний получены высокие отзывы специалистов с разных родов войск. Проводили испытания с воздушно-десантными войсками, сухопутными войсками, на БМД, на БМП, БТРах. Во всех условиях испытаний тепловизор высокого разрешения производства МПП «Александр» показал высочайшие результаты, которые не хуже, а по многим параметрам лучше, чем зарубежные аналоги. На данной выставке мы представляем две новые модели кранов-манипулятора военного назначения. С левой стороны от меня находится кран-манипулятор военного назначения КМВ-8К на шасси «Урал» 4320. Данная работа ведется в интересах инженерных войск. На нее подписано совместное решение, выдано техническое задание. Мы прошли 2 этапа, сейчас находимся на 3-м этапе. Это предварительное испытание опытного образца. Данная работа ведется в инициативном порядке за счет средств предприятия разработчика и изготовителя. Следующая модель крана-манипулятора военного значения – это представлен КМВ-30. Машина с большой грузоподъемностью крана-манипуляторной установки, с большим грузовым моментом. Данная машина тоже разрабатывается в инициативном порядке в интересах инженерных войск. Данная модель машины нами представлена в таком развернутом конструктиве. То есть здесь мы решаем следующие задачи. Во-первых, на данной машине у нас становится варьируемый кузов. То есть кузов транспортного положения может сдвигаться. Также для перемещения грузов больше габарита и больше массы кузов может удлиняться, тем самым увеличивая массогабаритные показатели перевозимого груза. В то же время наиболее сейчас актуальной задачей становится это авиатранспортабельность как машин второго эшелона, так и машин первого эшелона. И всем известно, что основной авиапарк наших самолетов тяжелых – это Ил-76. Для того, чтобы решить эту задачу, вот представлен следующий вариант обеспечения авиатранспортабельности. Это крано-манипуляторная установка перед заездом в самолет Ил-76 переводится в горизонтальное положение, тем самым обеспечивая габарит по высоте. Большое внимание было уделено техническому обслуживанию и ремонту вооружений и военной техники, как стоящему на вооружении Минобороны, так и поставляющимся по экспортным контрактам. Предприятия промышленности представили решения по цифровизации и прослеживаемости этапа эксплуатации жизненного цикла вооружения и военной техники. На форуме «Армия-2020» компания «Вертолеты России» представила концепцию выполнения капитального ремонта для вертолетов марки «Ми». Данная концепция представлена в виде 6 мобильных сервисных блоков, в которых расположено специально разработанное оборудование, таким образом, чтобы транспортировка этого оборудования осуществлялась 7 видами транспорта, таким как морской, авиационный, воздушный и автомобильный транспорт. Капитальный ремонт выполняется силами наших авиаремонтных предприятий, входящих в состав
холдинга. При этом все оборудование заранее транспортируется самым дешевым транспортом на территорию и на заказчика. После этого приезжают наши бригады и, соответственно, выполняют ремонт. В данном случае нет необходимости дорогостоящей транспортировки фюзеляжа на специализированные сертифицированные авиаремонтные заводы. Наши решения в области специального строительства применяются всеми лицензиатами в СТЭК в таких отраслях, как оборонно-промышленный комплекс, ракетная отрасль, авиационная промышленность, энергетика и все наукоемкие отрасли. Военно-технический форум «Армия-2020», особенно в первые дни, способствует развитию и установлению тесных контактов как с техническим менеджментом, так и с административным. По итогам работы с заказчиками мы развиваем наши перспективные решения по альтернативно-измерительным площадкам, улучшаем конструктив изделия, технические свойства радиопоглощающего материала, что способствует удешевлению данного производства и ускорению процесса создания альтернативно-измерительных площадок под конкретного заказчика. Также это позволяет ускорить серийность данного производства альтернативно-измерительных площадок и ускорить строительство площадок на территории заказчика. Настоящей сенсацией форума стал автомобиль «Амфибия Дрозд» от Балтийской машиностроительной компании. Скажу больше. Это мировая премьера принципиально нового транспортного средства. Здесь сосредоточились инновации на стыке автомобильной и морской техники. Что важно, компания выполнила все работы за собственный счет. Вооруженные силы и спецподразделения уже рассматривают, как применять новую технику. 18 числа, на неделю раньше даже, сразу начался интерес к экспонату, к нашему, к Дрозду. Ну, разговоры перевели со многими потенциальными пользователями данной техники, с НИИ соответствующие, с учебными структурами. Инженерные войска проявляли интерес к этой машине в целях подводной разведки, то есть обследования акватории. Рода войск были почти все. Соответственно, у нас и авиация была, и ВДВ было, и военно-морской флот, морпехи. Всем это все очень интересно, и они рассматривают область применения и сценарий применения такие, которые даже мы себе не представляли. Такого ажиотажа я не ожидал. Нам надо это все проанализировать, после выставки будет. К испытаниям еще полномасштабным или демонстрации там динамической еще не готово. Для дальнейшего развития проекта нужна опытно-конструкторская работа для выявления всех ошибок, исправления их при серийном или мелкосерийном производстве. Для этого нужно финансирование дополнительно. Если мы будем опять это делать на инициативной основе, это будет долго. При появившемся реальном заказе, естественно, мы будем привносить в конструкцию такие элементы, которые будут устраивать все рода войск. С изготовлением композитного корпуса тут проблем как раз немного, потому что у нас технологическая оснастка готова. Это в Санкт-Петербурге, там несколько предприятий есть, которые специализируются на РТМ-формовании, то есть вакуумной инфузии. Так, а вот с трансмиссией нужно еще проводить испытания, и трансмиссия непростая, нужно предприятие с хорошим станочным парком, во-первых, а во-вторых, у нас это симбиоз автомобильной промышленности с маломерным судостроением, но по канонам и культуре авиационного предприятия, потому что каждая деталь проходит через весы. Вот здесь пока есть проблемы. Водолазная техника для ВМФ России получила развитие также благодаря инициативе предприятий ОПК. В частности, на выставке представлены решения в области легководолазного снаряжения, средств буксировки боевых пловцов, электрообогрева для длительного пребывания под водой. Проблемным вопросом остается развитие глубоководных средств. Акционерное общество ПТС является разработчиком единственного в России водолазного дыхательного аппарата АВМ-450. Соответственно, 450 атмосфер рабочее давление, запас воздуха практически 5100 литров. Исполнение идет в комплексе, соответственно, с компрессором и гидрокомбинезоном водолазным сухого типа. Рабочая глубина дыхательного аппарата вместе с гидрокомбинезоном до 60 метров. А весь комплекс оборудования, как на 450 атмосфер, так и на 300 атмосфер, в том числе и гидрокомбинезоны, производится полностью из российских комплектующих. Вся, скажем так, арматура на дыхательную технику, ткани –
Это все отечественного производства. Полный цикл от нуля до, скажем так, конечного продукта. В этом году мы представили 5 новых образцов гидрокомбинезонов сухого типа. Все они с глубиной рабочего погружения до 60 метров для, соответственно, различных служб, силовых ведомств и так далее. Первый гидрокомбинезон водолазный сухого типа – это гидрокомбинезон, изготовлен из материала триламинат. Изготавливаться он может, комплектации, скажем так, изготовления могут быть абсолютно различными по желанию заказчика. Стравливающие клапана, подкачивающие клапана, карманы системы крепления Молле. Перчатки могут быть как наружные, так и втачиваемые. Обтюрация может быть как силиконовая обычная, так и неопреновая. Также возможны варианты установки так называемого пи-клапана. Второй комбинезон – это гидрокомбинезон сухого типа, изготовленный из триламината, дублирован сверху антипорезной тканью. То есть вот любой нож можем мы сейчас взять, попробовать, не разрежется ткань. Следующий гидрокомбинезон – это неопрен, дублированный тоже антипорезной тканью. Скажем так, изюминка этого гидрокомбинезона – то, что он бесшовный. Здесь чисто идет герметизация за счет проклейки и сварки компонентов связующих. Следующий гидрокомбинезон – это гидрокомбинезон из триламината, дублированный сверху тканью, называемой кордура. Тоже очень прочная ткань получается, тоже от различных механических воздействий при проведении различных операций с спецпроизведениями. Ну и, скажем так, завершает наши новинки – это триламинат, дублированный кевларом. Свойства те же самые, варианты исполнения, соответственно, те же самые. Вот как раз на этом гидрокомбинезоне мы можем с вами видеть один из вариантов исполнения обтюрации. То есть здесь как раз сделан неопрен. Также акционерное общество ПТС разрабатывает и выпускает линейку вентилируемого водолазного снаряжения. Это снаряжение предназначено также для погружения на глубину до 60 метров. Представляет собой комплекс сложных технических продуктов, таких как, в первую очередь, это гидрокомбинезон сухого типа. Он уникален для России, потому что делаем его только мы. Это неопрен, дублированный резиной. Данный гидрокомбинезон выдерживает нефтепродукты, бензин, различные загрязненные, в общем, скажем так, среду. Что он включает в себя? Сам гидрокомбинезон, ботинки водолазные, аппарат резервный, дыхательный запас воздуха, ну и, соответственно, шлем. К шлему подходит все питание основное, воздух, электричество и так далее. Здесь устанавливаются камеры, свет. Если необходимо производить какие-то работы, то щиток для сварки. В случае обрыва внешнего питания включаем резервный дыхательный аппарат. И с глубины 60 метров, с учетом декомпрессии, водолаз может, скажем так, покинуть глубину и выйти невредимым на сушу. Также в этом году акционерное общество ПТС представило публике новую разработку, которая сейчас активно проходит испытания в различных родах войск. Это кислородно-дыхательный аппарат замкнутого цикла, соответственно, для проведения различных там тактических либо спецопераций. Акционерное общество «Завод Буревестник» представил на форуме «Армия-2020» новейшие разработки буксировщиков-водолазов. Специалистам известна наша техника. Это изделия типа «Протей Протон», наиболее используемые в современных частях изделия «Протону». Мы в наших разработках пошли дальше, и на стенде представлены изделия «Фактор», несколько иной конфигурации относительно протона-У. Изделие протон-СН – это протон-У, но только в уменьшенном варианте. Хотя говорить о снижении тактико-технических параметров здесь не приходится, потому что комплектующие элементы аккумуляторной батареи и двигателя разрабатываются новые каждый год, поэтому снижения здесь практически нет. Хотя снижение массы габаритных характеристик очевидно. Если протон у нас 145 килограмм, то этот около 40. Здесь представлен уже известный специалистам контейнер КТМ для перевозки специальных грузов. Ну и, наконец, наша новинка по предложению военно-морского флота и в соответствии с выпущенными ими в апреле месяце тактико-техническими параметрами требуемого перспективного буксировщика для спецназа, мы сделали буксировщик, который несколько нетрадиционный для нас, то есть он выполнен по тянущей схеме, привычной для западных изделий, по которым сделаны такие изделия, как
Фаралон, Ретинор и Боникс. А для нас это был первый опыт. И мы рады сказать, что в краткие сроки мы изготовили изделие, называется оно «Спрут», которое по всем тактико-техническим параметрам превосходит наши западные аналоги. Для специалистов могу сказать, что ориентировались мы на «Ретинор» РД-2, недавно принятый на вооружение за рубежом. И перекрывали именно его параметры. Итак, если у Ретинора РД-2 у нас скорость около 4 узлов, то у нашего 4,5. Мы перекрыли его по дальности, глубине. Ну и самое главное особенность, что мы сразу сделали наше изделие десантируемым. Изделие уже прошло все заводские испытания, и мы пригласили представителей силовых структур ознакомиться с ним и провести свои испытания. Вчера на форуме к нашему стенду подошел главком флота Николай Евменов и высоко оценил наши достижения. Надеюсь, в скором времени увидеть наши изделия на вооружении нашего флота. Особое внимание как на форуме, так и в проекте «Армия онлайн» было уделено развитию беспилотных систем. На выставке, например, представлен спасательный дрон для Арктики и линейка БПЛА самолетного типа большой дальности полета. Процесс импортозамещения, к сожалению, пока особенно тяжело идет в части силовых установок. Добрый день. Наша компания «Съемка с воздуха» представила на выставке «Армия» несколько новых экспонатов. Это системы подавления беспилотников, электромагнитные подавители, датчики детектирования. Также мы представили на выставке это морской гибридный дрон. То есть это аппараты, которые для поисково-спасательных операций будут использоваться как на суше, так и на море. Основное принципиальное отличие для эксплуатации на море – это в том, что у него степень защиты IP67, то есть это вплоть до погружения под воду. Основная задача этого аппарата – это маркирование айсбергов, то есть установки маяков на айсберге для того, чтобы понимать, что они не угрожают нефтяным платформам. Это поисково-спасательные операции человека за бортом, в том числе и в автоматическом режиме по маяку. Это экологический мониторинг, это помощь при ледовой проводке, в том числе при помощи ледомера, который определяет структуру и поверхность льда. Также это электрическая версия аппарата, еще есть бензиновая версия, то есть которая не 30-40 минут летает, а уже 3-4 часа на 92-95 бензине эти аппараты будут работать. Вот. Ну и еще одно преимущество тем, что он герметичен, это то, что он в принципе может использоваться как спасательный круг, то есть когда он прилетел к человеку и увидел, что он, условно говоря, тонет, он может приземлиться на воду и до двух человек, которые там до 100 кг веса, могут на него облокотиться и подождать уже прихода помощи. Компания «Кронштадт» занимается производством, проектированием и испытаниями крупноразмерных беспилотных комплексов. Один из них по заказу Министерства обороны уже находится в серийном производстве. Вот здесь представлен один из летающих самолетов, взятый с летных испытаний. Сегодня расширена номенклатура вооружения, которое использует этот комплекс, новыми управляемыми видами вооружения. Это управляемые ракеты Х-50 и корректируемые авиабомбы КАП-20, которые имеют лазерное и спутниковая система наведения. Самолет может находиться в воздухе больше суток и имеет сбрасываемую нагрузку больше 200 кг. Эта программа является базовой для развития технологий крупноразмерных комплексов и единственной, которая прошла государственные испытания в нашей армии. Развитием предыдущего проекта является вот этот самолет, который вы видите, сейчас он представлен в макете, но мы надеемся, что в следующем году он уже сможет начать летные испытания. Здесь расширенная номенклатура вооружений, увеличенная вдвое полезная нагрузка и увеличенное время полета. А также самое главное, новые качественные изменения – это спутниковая система управления, которая позволяет управлять летательным аппаратом на неограниченной дальности. Здесь представлен еще один беспилотный летательный аппарат уже 5-тонной взлетной массы,
который может возить полезную нагрузку до тонны. Ну и кроме того, этот самолет может находиться в воздухе до 60 часов. Но самое главное, что этот самолет может дополнить такие жизненно важные самолеты в ВКС, как А-50 и А-100, потому что на нем установлена система радиолокационного дозора и наведения, которая позволяет наблюдать низколетящие летательные аппараты на фоне Земли и давать информацию истребителям для перехвата этих важнейших целей. В этом году завод имени Дегтярева представил на показ мишенный комплекс 9F875. Он предназначен для имитации воздушных целей, для испытания зенитных комплексов. В его состав входит сам мишенный комплекс, это 5 самолетов в комплекте, также наземная станция управления, это машина, в которой помещается 5 самолетов и место оператора. Также в комплект входит пусковая установка пневматическая. Расчет для разворачивания данного мишенного комплекса составляет 2 человека. Расчет развернет этот комплекс за 40 минут. В это входит извлечение и установка треноги и установка самого самолета. Трассеров, так называемая пиротехника, устанавливается у нас в размере 4 штук с каждой стороны. Поджигаются они попарно. Ну, оператор дает команду, и они поджигаются. Время горения 2 минуты. Масса данного мишенного комплекса составляет 30 кг, с топливом 50. Мишенный комплекс летает в радиусе 30 км от наземной станции. Характеристики по полету в высоте — это 25 метров и до 5000 метров. Скоростные характеристики от 120 км/ч до 500. Радиус полета до 30 км. Одновременно могут участвовать в полете 5 мишеней. Авиамоторно-научно-технический комплекс «Союз». В этом году мы решили представить уникальную нашу экспозицию «Сопло для вертикального взлета и посадки». Сопло само по себе является уникальной разработкой, которая позволяет любому летательному аппарату подниматься с вертикального положения. Я сейчас вам это продемонстрирую. Сейчас сопло находится в вертикальном положении, и также оно может находиться в разных переходящих положениях. В данный момент сопло находится полностью в горизонтальном положении. Данное сопло применялось на изделии Як-141, которое позволяло взлетать с любой поверхности, с авианосца, с палубы. Было создано 4 самолета Як-141 с нашим соплом для вертикального взлета и посадки. В 1993-1994 году, к сожалению, эта технология была передана американцам. А американцы спустя 12-13 лет только смогли повторить на своем истребителе, летательном аппарате F-35. Но опять же, на текущий момент они испытывают некие трудности по вертикальному взлету. И мы предлагаем данное сопло для установки современных летательных аппаратов. Любой летательный аппарат, любой перспективный самолет может взлетать и садиться в укороченных взлеточных полосах, что позволит быть мобильнее, что позволит быть более эффективнее. Особое внимание на Армии 2020 уделено освоению Арктики. На отдельной экспозиции Минобороны России представлен экспериментальный образец — быстровозводимый жилой модуль. Он оснащен системой жизнеобеспечения и автономным энергоснабжением на основе возобновляемых источников энергии. Сеть таких опорных пунктов позволит нашим войскам надежно закрепиться среди ледяной пустыни. На открытой площадке инженерных войск впервые представлен опорный пункт арктического исполнения системами жизнеобеспечения, это электрообеспечение, водообеспечение. Опорный пункт рассчитан на работу личного состава до 8 человек, представляет из себя куполообразное здание на сваях. Такой опорный пункт является модульным сооружением, соответственно, для подразделений с большим количеством личного состава можно поставить несколько таких модульных сооружений. Нижний предел температурный до минус 60 градусов эксплуатации.
Планируется в арктическом регионе разместить несколько таких пунктов автономных. Подразделения, которые будут выполнять задачи, будут использовать такие пункты по мере необходимости. Данные опорные пункты в автономном режиме будут функционировать значительное время, ориентировочно по нашим расчетам до года. В любое время подразделения вооруженных сил, приходя в эти пункты, будут по ключу доступа, по карте доступа эти здания занимать. Соответственно, системы, которые функционируют жизнеобеспечением в этих зданиях, будут обеспечивать работу личного состава в комфортных условиях. В автономном режиме данные системы будут работать в режиме экономии. Сооружения будут обеспечивать запасы накопления энергии в процессе автономного функционирования. И когда подразделение придет непосредственно в опорный пункт, оно сможет использовать ту запасенную энергию, которая в автономном режиме была уже накоплена. То есть не придется заводить дизель-генераторы, можно будет быстро достичь комфортных условий для работы, то есть температурные условия внутри помещения, и, соответственно, зарядить ту аппаратуру, которая в подразделении предназначена для ведения боевых действий, разведки и так далее. Система электрообеспечения такого модуля будет включать как источники с возобновляемой энергией, солнечные панели, например, ветрогенераторы различного типа. Для Арктики используются, как правило, ветрогенераторы вертикальные для более тяжелых условий эксплуатации при сильных ветрах. И также будут использоваться и традиционные дизель-генераторы. Наличие таких опорных пунктов позволит подразделениям быть более мобильными, перевозить с собой, соответственно, меньшее количество топлива, меньшее количество дизель-генераторов, теплогенераторов для обогрева и питания электричеством, и перемещаться между такими опорными пунктами, соответственно, значительно быстрее. На форуме впервые представлена установка получения воды из снега и льда УПВС-5. Значит, данная установка впервые выполнена в контейнерном исполнении, обеспечивает получение и очистку воды из льда и заготовку, соответственно, из льда и снега. Раньше установка применялась, называлась она УПВС-1.5. Показатель это говорил о том, сколько в час мы можем получить воды. Данная установка УПВС-5, производительность ее существенно выше, 5 кубических метров в час. Кроме того, она находится в контейнере, является высокомобильной, может перевозиться как на колесной технике, так и гусеничными двухзвенными транспортерами. Вот, соответственно, вместе ее установки транспортное средство может применяться для других задач. Традиционная наша сфера развития – это модульные технологии. На базе модульных технологий в вооруженных силах мы спроектировали несколько платформ. Тыловую платформу, сервисную платформу, медицинскую платформу, энергетическую платформу, офисную платформу, на базе которой создаются командные пункты для всех видов и родов войск. Эту же идеологию мы сейчас трансформируем для гражданского применения, для гражданского потребителя. И в этом году на этом форуме мы представили ряд экспонатов, которые имеют чисто гражданское применение, но в базе лежат те технологии, которые мы разрабатывали для военных. В частности, вот один из самых интересных экспонатов, который сейчас за моей спиной, это мобильный кванториум. Сегодня уроки труда в школе выглядят несколько иначе, чем 20, 30 или 40 лет назад. Сегодня на уроках труда дети изучают цифровые технологии, дети изучают 3D-принтеры, дети изучают всякие там способы лазерной обработки там материалов и так далее. Организовать такой класс в обычной школе, в одной какой-то школе, тем более если школа сельская, достаточно накладно. Поэтому родилась такая идея. Идея принадлежит, кстати, губернатору Орловской области, за что мы ему благодарны. Автомобиль в простонародье называется «трансформер». У военных это называется кузов-контейнер переменного объема. То есть контейнер, который, так сказать, при разворачивании увеличивает объем в 3 раза. Значит, это создает пространство, удобное для размещения примерно класса одного из 15 школьников, в котором есть все необходимое. И это решение, оно имеет большие перспективы. Оно позволяет проводить полноценные уроки с полноценным оборудованием.
таким дорогостоящим, как 3D-принтеры, компьютеры и так далее. Здесь как бы уроки по роботизации, робототехнике, по компьютерному проектированию. Все это заложено здесь, и вот такие уроки труда – это, вот, так сказать, наше будущее. Вот на таком, значит, трансформере можно подъехать к любой школе, по любым дорогам. Вот, разворачивается этот контейнер в течение 15 минут. Ну, еще какое-то время нужно для того, чтобы подготовить к работе, там, подогреть помещение, там, расставить оборудование. И, в принципе, можно начинать уроки. Другая идея – это трансформируемые модульные здания, из которых можно достаточно быстро, ну, от нескольких часов до нескольких дней собрать домик или поселок даже со всеми системами жизнеобеспечения. С электричеством, значит, с водоснабжением и даже с утилизацией отходов. Здесь вот представлен, значит, такой вот фрагмент этого мобильного дома, вот, в котором также, так сказать, мы просто в качестве демонстрации показали возможности, например, там автоматическое затемнение окон, какие-то VR-технологии. Это, собственно говоря, вот то, что мы сейчас предлагаем нашим гражданским потребителям. Это позволяет как бы нам одновременно сделать акцент и показать возможности наших сегодняшних технологий в военной области и возможности их диверсификации. Есть у нас еще ряд проектов в еще более такой сложной и специфической отрасли, как космическая. Здесь представлен летный демонстратор, достаточно распространенный сегодня, так сказать, звучащий в эфире термин «беспилотник», но беспилотник специфический, который может летать, значит, на высоте 60-80 километров. И это гиперзвуковая лаборатория. Мы знаем, там есть во всем мире вот высоколеты, которые летают на очень больших высотах. Но для того, чтобы испытывать оборудование на такой высоте и проводить натурные испытания, нужны лаборатории. Вот такую лабораторию на базе технологий, которыми мы располагаем, мы здесь также представляем. Значит, проект называется FlyCat. Сделали мы его совместно с инновационным центром Сколково. В принципе, этот проект требует значительных инвестиций. Мы приглашаем инвесторов, если такие найдутся, вот будущих российских масков, которые могут поучаствовать в проекте. Я бы сказал, что это начальный этап идет. Идет этап выполнения пилотных проектов в разных организациях, на разных задачах. Широко, если говорить, то для разных отраслей промышленности. Где-то уже есть существенные результаты. Цифровой двойник именно этим отличается, правильно понимаемый, создаваемый, тем, что он дает те результаты, которые раньше предполагалось получить невозможно, так называемые нерешаемые задачи. И в этом случае цифровой двойник применяется, начиная от идеи на этапе проектирования, аванпроекта, эскизного проектирования и так далее, и, соответственно, дальше он, будучи созданный, сопровождает производство, эксплуатацию, выходит на этап эксплуатации и вплоть до утилизации. Формируя те или иные обратные связи на все эти этапы для того, чтобы их оптимизировать, улучшить. Это вот цифровой двойник. Причем ключевым элементом цифрового двойника являются математические модели, которые должны быть верифицированы, валидированы на базовых экспериментах, имеющих отношение для данной задачи. А уже совсем ключевой элемент – это так называемая матрица требований, целевых показателей и ограничений, которая собирает в себе весь опыт организации на протяжении многих лет, если надо, десятилетий, по проектированию данных устройств и изделий. И тогда в ней может быть большое количество целевых показателей, существенно больше, на порядок и более, чем обычно принято при традиционном проектировании. И в этом случае они конфликтуют между собой. Снимая, делая балансировку, снимая эти противоречия, мы можем получить решение, которое значительно превосходит те, которые способны дать традиционные подходы. Исторически так повелось, и это правильно, что сначала делают цифровые двойники изделий. После этого приходит понимание, что изделия изготавливают. И есть разные процессы, ну, например, литье, и там могут быть занесены те или иные дефекты. Дальше прокатки, штамповки, сборки, сварки и так далее. Все эти операции так иначе привносят добавление, так называемое остаточное напряжение,
Это саморавновешенные поля напряжения деформаций, которые существенно могут влиять на поведение конструкции. Особенно это важно, скажем, в композитах, при вакуумной инфузии тех или иных деталей. Соответственно, нужно учитывать эти напряжения, учитывать в том цифровом двойнике изделия, которое мы сделали. Тогда в этом случае мы говорим, что цифровой двойник изделия учитывает, знает, как его изготавливали, в какой последовательности, несет в себе эту информацию. Это означает, что он стал умным цифровым двойником. Он выходит на этап эксплуатации, может указать критические зоны, критические характеристики. А где же у него, на каких этапах будет критическая зона, что-то там будет плохо, и что, какой датчик нужно здесь разместить. То ли давление, то ли температуру, то ли виброускорение, акселерометры и так далее. Термин «цифровые двойники» он достаточно перегруженный. Его используют многие компании и вкладывают зачастую разный смысл, иногда даже совершенно разный смысл. Скорее всего, здесь единственным критерием может быть так называемый пилотный проект. Или должны быть в организации эксперты, которые глубоко достаточно погружены в эту тему. Вот. Потому что есть цифровые двойники, которые формируются на основе, скажем, сенсорики датчиков размещенных, этап эксплуатации, промышленный интернет, big data, предиктивная аналитика. То есть то, что называется data-based digital twin, но мы даже называем, чтобы отделить, это цифровые тени. То есть ты просто изучаешь поведение заранее кем-то, когда-то, мы не знаем как, спроектировано, но эксплуатируемое изделие. Это один подход, и он часто используется. Второй, более глубокий подход, это когда ты начинаешь с этапа проектирования. Тогда ты, соответственно, проектируешь best-in-class, лучшее изделие. Вот, за счет вот балансировки конфликтующих целевых показателей большого числа, на порядок больше, чем это принято в матрице целевых показателей, получаешь оптимальное решение, как по требованиям, там, скажем, по массе минимум, по прочностным удовлетворять, жесткостным требованиям, по всем другим, а также ты учел ограничения производства. То есть, когда выходит это на производство, ты фактически, можно сказать, сделал технологический аудит, у тебя производство достаточно проходит беспроблемно с первого раза. Но цель цифрового двойника такого – выйти на испытания и пройти эти испытания с первого раза. Для многих это, ну, предел мечтаний, идеальная ситуация. А некоторые отрасли промышленности до этого уже дошли. И тогда снижается объем натурных испытаний. Ни в коем случае не надо говорить, нельзя говорить замена. Они обязательно остаются, потому что они нужны и для валидации математических моделей следующего поколения. И после этого цифровой двойник выходит на этап эксплуатации, берет реальные объекты, созданные, изготовленные под ручку, и сообщает информацию, насыщая цифровой двойник. Соответственно, он становится умнее, сопровождает. И цифровой двойник обладает предсказательным потенциалом, то есть он может предсказать вот эти критические зоны момента, нарушение нормальных условий, что будет происходить, аварийные ситуации. Это уже зависит от экспертов, которые сгенерируют все эти ситуации. Вот это полный такой, полномасштабный. И это Digital Twin, который основан на, соответственно, первое, Model-based system engineering, системный инжиниринг, система, подсистема, компоненты, связь их. Дальше полный жизненный цикл, безусловно. Дальше следующее – это simulation optimization. Иногда для некоторых случаев это высокопроизводительное вычисление. Здесь вот ряд компаний, которые вы назвали, имеют для этого прекрасные инструменты. И вот это все собирается через матрицу, и возникает цифровой двойник. Цели Международного военно-технического форума «Армия-2020» полностью достигнуты. Мы в очередной раз бьем собственные же рекорды. Причем по всем направлениям. Так, в статической экспозиции форума приняло участие 1457 предприятий и организаций промышленности, которые представили свыше 28 тысяч экспонатов. Я хотел бы отметить, что экспертными группами Министерства обороны было отобрано свыше 300 экспонатов с высоким потенциалом их внедрения. Это новые инновационные проекты и разработки. Динамическая программа форума стала еще более яркой и более интересной. Причем она проходит в нескольких средах, как в воздухе, так и на земле. Всего в общей сложности в динамическом показе и в статической экспозиции приняло участие около 700 образцов вооружения и военно-специальной техники. Научно-деловая программа стала более яркая и более привлекательная в связи с тем, что мы широко использовали возможности видеоконференц-связи. В научно-деловой программе форума принимала участие вся страна. Мы провели свыше 180 мероприятий. Это конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы,
Причем в этом году нам удалось привлечь огромное количество специалистов, свыше 11 тысяч ведущих ученых, специалистов, экспертов приняло участие в мероприятиях научно-деловой программы. Не могу не отметить тот факт о том, что на площадках форума было заключено свыше 40 государственных контрактов с 27 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса на общую рекордную сумму свыше 1 триллиона 160 миллиардов рублей. Форум армии вообще единственное в мире событие, которое состоялось в условиях кризиса. С той массовостью, с тем количеством участников, с тем вниманием со стороны промышленности и иностранных делегаций, мне кажется, он доказал свою состоятельность в очередной раз, доказал свою бизнес-составляющую, свою эффективность. То, что в этом году форум совмещен с армейскими международными играми, безусловно, добавило ему и участников международных. Впервые в этом году на форуме показали настоящий живой образец китайского боевого танка. Я думаю, это первый шаг, и на будущее мы ожидаем расширения этой экспозиции. Армия 2021 готовится уже вовсю. Прямо сейчас идет бронирование площадей вновь. Я могу сказать точно, что усиленный авиационный кластер этого года на аэродроме Кубинка будет еще мощнее. Впервые в этом году мы протестировали кластер военно-морского флота в рамках форума «Армия», и, безусловно, на будущий год он также будет серьезно расширен. Ожидаем расширения, безусловно, иностранного участия. Например, та же индийская экспозиция планирует развернуться в 3 раза больше, чем в этом году. Ну и в целом я уверен, что внимание со стороны промышленности к форуму «Армия 2021 будет гораздо больше, чем даже в этом, в силу того, что мы впервые в этом году провели конгресс диверсификации ОПК, интересный нас проектом под руководством вице-премьера Юрия Ивановича Борисова. Он здесь провел 3 пленарных заседания, 3 дня подряд работал, и небывалый ажиотаж это вызвало. Огромное внимание со стороны предприятий, огромное внимание со стороны регионов. Поэтому потенциал УПК в плане развития, в том числе и выпуска гражданской продукции, он, конечно, огромен. Поэтому ожидаем, что в 2021 году эта тенденция будет очень серьезно расширена. Военная информационная группа «Миопресс» освещает форумы «Армия» с 2015 года. В этом году освещение мероприятия прошло сразу в 2 форматах. В рамках первого, открытого, в военных СМИ информационной группы «Миопресс» было опубликовано более 60 новостей, фото и видеоматериалов. Кроме того, 24 августа состоялся дебютный эфир проекта «Армия онлайн». Второй режим, закрытый, его увидели только сотрудники управлений и департаментов Министерства обороны. Это позволило предприятиям ОПК представить продукцию военному заказчику и при этом избежать риска санкций со стороны зарубежных государств, а также не раскрывать свои новинки перед конкурирующими предприятиями. Следующий эфир «Армия онлайн» состоится с разделением на кластеры по видам вооруженных сил и специфике выпускаемой продукции. Это позволит военному заказчику наглядно провести сравнение продукции конкурирующих предприятий. Оценивать новинки будут признанные отраслевые эксперты, представители научного сообщества, а также непосредственные заказчики. Если вы не боитесь конкуренции с открытым забралом, готовы к серьезной отраслевой дискуссии, добро пожаловать в «Армию онлайн». Подать заявку можно по ссылке в описании. «Миопресс» прощается с вами в рамках форума «Армия». Берегите себя, берегите нас!